от трех ирисок Меллер. Меллер! Ничего. Три мушкетера Александра Дюма. Это не чтиво. Это обязательная программа для всех, кто хочет быть на коне. На Первом канале последняя версия лучшего в мире авантюрного романа «Три мушкетера». Сделано в Голливуде. Мировое кино. Заботливая мама знает, что полезно ее малышу и что он любит больше всего. Мама, я будилась! С детским молоком Мишутка ваш малыш получит все витамины и минеральные вещества в пропорции, необходимой для растущего организма. Мелодям! Мишутка – лучшее, что может дать молоко. Оживляющий эффект чая «Рубонд». Смотрите на видео. Комедия. Четыре мушкетера. Колготки старые. Вы не пройдете незамеченной. Ежедневно мы сталкиваемся с миллионами бактерий. Избежать этого невозможно. Яблочки! Подожди! А способно ли ваше мыло защитить от бактерий? Мы, специалисты НИИ гигиены имени Рихмана, рекомендуем мыло Сейфгард. Сейфгард, содержащий антибактериальный компонент триклозан, не только устраняет с кожи болезнетворные бактерии, но и помогает предотвратить в течение нескольких часов их повторное появление и размножение. Для защиты своей семьи. Сегодня мама все чаще выбирает мыло Сейфгард. Сейфгардом я могу быть спокойна за всю семью. На защите семьи. А теперь наш последний хит. Куриные бульонные кубики Мани сделают ваши блюда вкуснее. Я служил. Новости. 15.15. Космическая полиция. 15.45. Пятерки по английскому. Увлекательное шоу «Good Luck» – региональный детский конкурс английского языка, который ежегодно проходит в подмосковном Ногинске. 16:00 улица Сезам. 16.30 до 16 и старше. 17:00 жестокий ангел. 18:00 новости. 18:15 угадай мелодию. 18:45 здесь и сейчас. 19:05 чтобы помнили. Родился в 22-м. После школы работал в Центральном детском театре. Учился в школе-студии МХАТ. Известен по фильмам «Без вины виноватые», «Сказания о земле сибирской», «Попрыгуня», «Владимир Дружников», чтобы помнили. 19:45, улица разбитых фонарей 3. Наглость задержанного задела самолюбие оперативников. Оставлять такое безнаказанным не хотелось. Волков начинает собственное расследование, финал которого оказывается трагическим. Танцы на льду. 20:45, спокойной ночи, малыши. 21 ровно, программа «Время». 21:40, прогноз погоды. 20
31,50 человек в штатском. Германия, 30-е годы. Под именем венгерского барона в Берлин прибывает советский разведчик. Он должен установить связь с сотрудниками Генерального штаба и Министерства иностранных дел Германии. Фильм Василия Журавлева с Владимиром Дружниковым. 23:40. Авторская программа Михаила Леонтьева «Однако». 23:50. Документальный детектив. В Риме исчезает советский разведчик, работавший под дипломатическим прикрытием. Его следы обнаружены в Вашингтоне, ЦРУ. Свой или враг? Скандал на Лубянке. Дело 85-го года. Такие фильмы и передачи смотрите на Первом канале в четверг, 25 марта. Альбом Алексея Глызина, запоздалый экспресс, информационная поддержка, Хит FM и журнал «Отдохни».